музыка звучит, нас там очень ждут. Побежали вместе, маленький мой друг, в магазин чудес, в наш магазин чудес. Будем вместе мы весело играть, песни петь и Бога узнавать. Хорошо нам здесь, в нашем магазине чудес. Хорошо нам здесь, в нашем магазине чудес. Мама стояла и смотрела на воду. Она немного розовая. Почему? Потому что она чистая. А здесь... Здравствуйте, дорогие телезрители! Вот и наступила новая долгожданная встреча с вами. Как вы провели свое время? Здоровы ли вы? Были ли вы послушны все это время? Надеюсь, что у вас все в порядке. А сейчас мы снова вместе, и я приглашаю вас на праздник удивительных историй. Самуил тоже обещал прийти. Он был с мамой в путешествии. Наверное, захватывающую историю он нам расскажет. О, Самуил, наконец-то! Мы только тебя ждем. Чай у нас сегодня особенно вкусный. И мы уже хотим услышать историю о твоем путешествии. Скорее показывай фотографии. Ой, а где же фотографии? Нету никаких фотографий. Никакого путешествия не было. А что же случилось? Расскажи нам. Мы с мамой приехали в аэропорт, как раз на отправление самолета. Подошли к стойке, чтобы уточнить время отправления. Нас встретил веселый дядя, в очень красивой форме. Он работает в аэропорту. Он долго смотрел на наши билеты и подолгу шутил. Он сказал, что на нашем билете написано 18:00. Я видел, как мама забеспокоилась и сказала, «Ну это же время прибытия!» Тогда дядя нажал какие-то кнопки на компьютере, при этом он напевал какую-то песенку. Наконец-то он повернулся и сказал, «Ваш багаж погружен, отправление будет через 6 минут». Ой, я хотел сказать через 14 минут. Мы с мамой побежали через весь аэропорт. И что, там много, наверное, людей было? Много людей было. В общем, мы опоздали на самолет. Так кто ж в этом был виноват? Я думаю, в этом виноват тот самый веселый дядя. Да, к сожалению, нас иногда печалит, что рушатся планы. Вот посмотрите, вы когда-нибудь пробовали построить такой домик? Если да, то вы, наверное, знаете, какой он неустойчивый. Иногда мы встречаемся с людьми, похожими на такой домик. Хрупкий и недостойный доверия. Доверять значит верить людям, не бояться положиться на них. Но будь внимателен, кому доверяешь. Лучше всего доверять Богу, потому что тогда ты можешь быть свободным от беспокойства. А раз у нас сегодня праздник интересных историй, то самое время рассказать одну. Эта история как раз о том, что может случиться, если не доверять Богу. А пока... Послушаем песенку! Того твои глаза не приходило этого на сердце, что приготовил Бог и хочет дать всем любящим Его, любимым детям. Мы доверяем Господу во всем, ведь нас с тобой Господь не подведет. Всегда народ свой любящий ведет, и все, что обещает, он дает. Ведь доверие, уверенность в другом, чтоб не бояться в деле положиться. Господь ведь искренен с тобой во всем, ему мы можем доверять открыться. Мы доверяем Господу во всем, ведь нас с тобой Господь не подведет. Всегда народ свой любящий ведет, и все, что обещает, он дает. Thank you.
учителям всегда ты доверяй, они нас мудро с миром наставляют. А если сомневаются, то знай, они Писание Божье открывают. Мы доверяем Господу во всем, ведь нас с тобой Господь не подведет. Всегда народ свой любящий ведет, и все, что обещает, Он дает. Однажды Бог сказал Аврааму о своем решении. «Очень большие грехи совершают жители Содома и Гоморры. Сойду на землю и посмотрю, заслуживают ли эти нечестивые люди того наказания, которое я для них приготовил». Но Бог пообещал Аврааму не уничтожать эти города, если в них найдется хотя бы 10 человек, послушных Богу. Когда Божьи ангелы пришли в Содом, они увидели, что там не нашлось даже 10 человек, любящих Бога. Только Лоту, племяннику Авраама, который пригласил их к себе переночевать, они сказали о том, что Бог скоро уничтожит этот город и что Лот должен вместе со своей семьей убежать из Содома. Лот поверил Божьим ангелам и пошел к своим будущим зятьям, которые хотели жениться на его дочерях, и предупредил: «Покиньте город, потому что Бог скоро уничтожит его». Но зятья подумали, что Лот, наверное, шутит. Они сказали: «Такого просто не может быть». И они не пошли с Лотом. Под утро ангелы начали торопить Лота: «Срочно бери свою жену и уходи из города, если не хочешь погибнуть вместе с его жителями». Но Лот все еще медлил. Тогда ангелы взяли его жену и дочерей за руки и вывели их за город. Когда они оказались за городом, Бог сказал теперь Лоту быстро бежать и не оглядываться. Лот спросил у Бога, а можно ли ему бежать в городок поблизости. Господь согласился и сказал, что он не будет уничтожать этот маленький городок Сигор, подобно другим городам. Ну а теперь Лоту было самое время поторапливаться, потому что Бог ничего не хотел предпринимать, пока Лот не будет в безопасности. По дороге жена Лота все-таки не доверилась словам Господа. Она остановилась и оглянулась на город, который покидала ее семья, и стала соляным столпом. А Лот и его дочери бежали дальше. К восходу солнца они достигли Сигора, а Бог пролил огонь и серу на города Содом и Гоморра. Он полностью истребил эти города. Также была уничтожена вся долина Иордан, все, что в ней росло. На том месте, где раньше были Содом и Гоморра, теперь простирается Мертвое море. Утром, когда Авраам встал, чтобы посмотреть, что Господь сделал с городами, он не увидел ничего, кроме дыма, который поднимался с земли. Очень печальная история. Я согласна с тобой, Машенька, но в ней содержится урок. Вы поняли, какой? Да. Если мы будем послушны Богу, то Он сотворит много чудес в нашей жизни. Молодец, Самуил. И еще, Самуил, не печалься, что ваше путешествие не состоялось. Доверяй Богу, и Он поможет вам с мамой отправиться в другое, еще более увлекательное путешествие. А мы устроим праздник интересных историй Самуила. Ой, что это? Это, наверное, с улицы. А мне кажется, это Жанна экспериментирует. Хотите посмотреть? Да! Я слышала историю, которую вам рассказали, и подумала, почему бы нам не сделать макет городка? Но наш городок будет не такой, как Содом и Гоморра. В нем будут жить только хорошие люди, которые доверяют Богу и любят своих ближних. Здорово! С чего начнем? Нам нужно взять большой лист картона, небольшие коробочки разного размера, клей, кисти, ножницы и цветную бумагу. Лист картона нам нужно расчертить так, чтобы на нем были дороги и жилые зоны. Дороги мы раскрасим серым цветом, это будет асфальт, а жилые зоны засеем зеленой травкой. В каждом городе должны быть главные здания. Как вы думаете, какие? Я думаю, церковь. Отлично, Машенька, правильно. А еще?
А еще школа, больница. Правильно, я их приготовила заранее. Церковь. Сюда люди могут ходить на поклонение Богу. Школу. Здесь наши ребята учатся. И больница. Для того, чтобы никто не болел, все были здоровы и не было грустных людей в нашем городе. А для порядка на дорогах нам нужен... Светофор! Он почти готов. Осталось только прикрепить разноцветные кружочки. Давайте вы их намажете клеем, а я буду прикреплять. Держи, Маша. Да, без светофора, конечно, на дорогах веселого города не получится. Теперь на наших дорогах будет порядок, и по ним можно будет ездить безопасно. Теперь мы можем приступить к изготовлению высотных жилых домов. Для этого возьмем коробочку и одну сторону ее аккуратно намажем клеем. Только работать будем старательно и быстро. Приклеим коробочку намазанной стороной к оберточному листу, отступив примерно сантиметр от края. Вот так. Теперь намажем следующую сторону. Поворачиваем. Потом заканчиваем оборачивать коробочку. Продолжаем. Каждый уголочек нашего будущего здания нужно вот так защемить, для того, чтобы нам было видно, по каким линиям резать. По этим линиям делаем надрезы. 4 линии с одной стороны и 4 линии с другой. Чтобы наша коробочка получилась аккуратная, бери ножницы, разрезай. Вот я разрезала все линии. Нам нужно убрать лишние уголки. Со всех сторон. Вот эти тоже подрезай уголочки. Потому что они лишние, будут торчать, не будет красиво. После того, как мы закончили обрезать уголки, вот эти выступающие части нам нужно намазать клеем и закрыть нашу коробочку. Вот так. Приступаем. Вы пока заканчивайте, а я расскажу ребятам, как изготовить крышу. Для этого нам нужен прямоугольный кусочек картона, который по размеру подходит вот к нашему зданию. Шириной подходит вот так, а длина в 4 раза больше. Складываем этот лист пополам. И еще раз внутрь пополам. Каждую из сторон. Так. И вот так. После того, как мы вот так склеим, у нас получится вот такая красивая треугольная крыша. Следующую сторону приклеиваем. Сначала склеиваем саму крышу. Вот так. А потом ее приклеиваем к нашему зданию. Закончили? Молодцы, приклеивайте крыши. Вот так. Теперь жильцам этого дома не страшен никакой дождь. Молодец. Чего-то нашим домам не хватает. Двери. Да, давайте приклеим двери и окна. Thank you.
теперь наши дома поставим в жилые зоны. Вот такой городок у нас получился. Но мне кажется, в нашем городке чего-то не хватает. Какой-то он пустынный, не зеленый. Тогда нужны деревья. Согласна. Давайте посадим в нашем городке деревья. Для того, чтобы сделать ствол, нам нужно взять половинку коричневого круга. И свернуть его кулечком. Смотрите как. Складываю вот так две стороны, намечаю серединку. Только вот чуть-чуть наметила, прищипнула. Вот, и сворачиваю кулечек. Очень просто. Еще раз показываю. Раз. Я знаю. Угу. Молодец. После этого нужно изготовить крону. Для этого вырезаем три одинаковых, хорошо, округлые формы из зеленого листа бумаги. Вот так. И склеиваем их фонариком. Для того, чтобы получился хороший фонарик, берем одну часть нашего дерева и намазываем ее клеем. Половинку, смотрите. Вот так. К ней приклеиваем половинку. Угу, правильно, молодец. Все, можешь уже брать следующую детальку. И вот так ее нужно приклеить. Такая получается заготовочка. Теперь намазываем вторую половинку. Вот. Угу. Теперь намазываем то, что осталось. Но особенно много клея надо намазать в самом низу. Там, куда мы приклеим ствол. Все, прикрепляем ствол. Там еще клей не намазан. Намажь, если еще не намазан. Вот такие деревья будут расти в нашем городке. Давайте их посадим. По дорогам нашего города будут ездить машины. Рядом с домами будут жить животные, собачки. Вот теперь мне наш городок нравится. И нам! Если вы хотите построить свой уютный городок, то сначала приготовьте все необходимое. Большой лист картона, небольшие коробочки разного размера, клей, кисти, ножницы и цветную бумагу. Теперь можно приступать к работе. Нанесите план города на картон. Определите, где в городке будут дороги, здания и жилые зоны. В каждом городе должны быть светофоры. Сделайте один или два светофора. Для этого вырежьте из цветной бумаги красный, желтый и зеленый кружочки. Вырезанные кружочки приклейте к светофору. А к светофору приклейте ножку. Для изготовления многоэтажного дома возьмите коробочку и обклейте ее оберточной бумагой. Для изготовления крыши возьмите бумажную полоску и сложите ее в форме треугольника. Теперь приклейте крышу к будущему дому. Из цветной бумаги вырежьте двери и окна и также приклейте их. Для того, чтобы сделать ствол дерева, необходимо взять половинку коричневого круга, свернуть его кулечком, а концы склеить. После этого вырежьте из зеленого листа бумаги три детали кроны дерева. Склейте детали между собой половинками. Готовую крону нужно приклеить к стволу. Пусть в вашем городке живут только добрые и мирные жители. Мне кажется, наш праздник интересных историй удался. А как думаете вы, ребята?
К сожалению, пришло время сказать вам до свидания. Но это ненадолго. Скоро мы с вами снова увидимся, и двери нашего чудесного магазинчика распахнутся перед вами. А сейчас я желаю вам совершения всех намеченных планов. Они обязательно исполнятся, если вы выберете доверие Господу. До новых встреч! Твои глаза, не приходило этого на сердце, что приготовил Бог и хочет дать всем любящим Его, любимым детям. Мы доверяем Господу во всем, ведь нас с тобой Господь не подведет, всегда народ свой любящий ведет, и все, что обещает, Он дает. Ведь доверие, уверенность в другом, чтоб не бояться в деле положиться. Господь ведь искренен с тобой во всем, Ему мы можем доверять открыться. Мы доверяем Господу во всем, ведь нас с тобой Господь не подведет, всегда народ свой любящий ведет, и все, что обещает, Он дает. Родителям всегда ты доверяй, они нас мудро с миром наставляют. А если сомневаются, то знай, они Писание Божье открывают. Мы доверяем Господу во всем, ведь нас с тобой Господь не подведет, всегда народ свой любящий ведет, и все, что обещает, Он дает. Кажется вокруг, что лед окутал, колет, о Господь, услыши мой глаз сейчас. Прошу, не покидай. Мне разговоры тяжелы, слова обмана так горьки, а время спешит. Прошу, не уходи.
Я каждый день ищу тебя, прошу, веди меня всегда. Господь, как ничтожно то, что без тебя живет. Лишь ты единственный мой путь, в сердцах и в разуме прибудь. Быть ближе стремлюсь, Господь. Ты один поймешь, когда погибаю я. Слёзы.